В 500 километрах к северу от полярного круга, на полуострове Ямал, находится порт Сабета. В этом удаленном регионе с экстремально низкими температурами сосредоточены крупнейшие в мире запасы природного газа. Для его поставки из сердца Арктики, одного из самых неприветливых мест на планете, потребовалось строительство завода по производству сжиженного природного газа. Ямал СПГ с более чем 200 скважинами и 3 технологическими очередями мощностью по 5,5 миллионов тонн сжиженного природного газа в год каждая стал одним из крупнейших и наиболее сложных промышленных проектов, когда-либо реализуемых человеком. В условиях длительной полярной ночи и температуры до минус 57 градусов Цельсия модульный принцип оказался единственным эффективным способом ведения крупномасштабного строительства круглый год. Так, 142 укрупненных модуля весом до 7000 тонн каждый предстояло доставить на строительную площадку завода и установить в проектное положение. Для участия в проекте такого беспрецедентного масштаба требовался огромный опыт в области подъема и транспортировки сверхтяжелых грузов, высококвалифицированный персонал, уникальное оборудование и инновационные эффективные решения. Все это оказалось по силам компании «Маммут». Для реализации проекта в экстремальных условиях Арктики компания «Маммут» проделала большую подготовительную работу. В этих целях была разработана специальная домкратная система, устранившая необходимость ручных операций в процессе установки модулей на фундаменты. Кроме того, было мобилизовано свыше 1700 осевых линий специально разработанных арктических самоходных модульных трейлеров, способных работать при очень низких температурах. При помощи адаптированных к арктическим условиям трейлеров компания «Маммут» выполнила выгрузку модулей из грузовых судов в порту Сабета и их дальнейшую транспортировку на строительную площадку завода. В пик проекта за 4 недели было доставлено 25 модулей общим весом 56 тысяч тонн. На строительной площадке при помощи кранов и специальной домкратной системы модули были с предельной точностью установлены на фундаменты. Для успешного выполнения проекта компания «Маммут» мобилизовала на крайний север сильную многонациональную команду из 370 высококвалифицированных специалистов с большим опытом и знаниями. Благодаря подготовленным к эффективной работе в условиях Арктики, какими бы экстремальными они ни были, профессионалам и оборудованию «Маммут», заказчик смог реализовать масштабное круглогодичное строительство с соблюдением высоких стандартов безопасности. Завод был запущен в декабре 2017 года и после завершения строительства будет производить 16,5 миллионов тонн СПГ в год. Mammut. The biggest thing we move is time.